Вас приветствует интернет-магазин 4 точки, профессиональный эксперт в области шин и дисков. Я Владимир Вавилов. Сегодня расскажу вам о летней шине Goodyear Eagle F1 Asymmetric Sub. Модель этой шины была разработана для высокоскоростных полноприводных автомобилей. Она обладает асимметричным рисунком, благодаря которым удалось достичь идеального сцепления на сухих и обводненных участках. Наружная часть блоков протектора с уникальной технологией Active Kona Grip позволяет вам получить максимальную устойчивость при прохождении виражей и тем самым обеспечить поперечное сцепление. Внутренняя часть протектора обеспечивает очень хорошее сцепление на сухих покрытиях, а широкие продольные каналы эффективно отводят воду из пятна контакта, снижая риск аквапланирования. При производстве данной шины компания Goodyear использовала тот же полимер, который она применяла при производстве гоночных шин, тем самым обеспечив идеальное сцепление и устойчивость на сухих покрытиях, а также противодействие высоким температурам и минимальный износ. Сбалансированная форма пятна контакта в сочетании с двумя опорными ребрами обеспечивает очень хорошую устойчивость на высоких скоростях, а также сцепление на сухих покрытиях. Ну и, конечно же, специальный протектор, который минимизирует шум и делает езду этой шины максимально комфортной. Модель Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV идеально подходит для водителей, которые ценят быструю езду, хорошую управляемость и долговечность.